Ребята, у нас совершенно разные люди к нам приезжают на тюнинг выхлопа. Кто-то хочет максимально громкий такой пацанский выхлоп. Кому-то нужно брутальный с прострелами. Кто-то хочет слегка поменять именно для себя, чтобы внутри вот такое вот ощущение от нажатия педали газа, оно радовало слегка и чуть-чуть было слышно приятно этот такой мурчащий звук. Собственно, на этом Mitsubishi Pajero трехлитровом мы добились не очень больших изменений путем доработки выхлопной системы, а именно мы сюда поставили спортивный резонатор для того, чтобы он смягчал слишком орущий выхлоп, и банку для того, чтобы она гасила все частоты и получала такой легкий-легкий бу-бу-бу. И с закрытыми то же самое. Вот он на 2,5, на 3 раскрывается прям. Если бы сзади сейчас бы стояли. Мне хорошо слышно. Как бы в машине не так уж и громко. Хорошо, мне нравится. А если чуть посильнее? Приятный звук. Да, очень нравится. Просто есть кричащие громкие выхлопы, которые на всю округу, есть такие пердящие выхлопы, а есть выхлопы, где небольшая доработка на в сторону увеличения, она просто облагораживает все без каких-то лишних, ну как это сказать, выпендриваний. Получается очень приятно. Ну, поехать на дальнее расстояние, я думаю, что с таким звуком вообще реально. Реально, потому что не закладывает, вот уже сейчас понятно, что не закладывает уши, в салоне нету дискомфорта. Это как бы я всегда за это переживаю, когда клиенты приезжают. Сейчас прям. Здесь двигатель V6, 3 литра. Собственно, владелец вместе с нами подбирал несколько вариантов выхлопа для себя. И мне кажется, что мы подобрали идеальный выхлоп для этого владельца. Всем peace, всем счастливо. Слушайте.